Привет, народ! Сегодня я вам хочу рассказать, как я сажаю рассаду. Не как, а во что. Ходил я по хозяйственным магазинам разным, знаете, смотрел, почем там стаканчики эти для рассады. Дорого получается. Ну, если специализированные покупать, именно на которых написано «для рассады». И торфяные есть, там еще какие-то пластмассовые. Думал, вот что я придумал. Пошел я в магазин. Костка у нас есть магазин. Ну, они продаются везде, в суперсторе, в Костке. Такие вот стаканчики для вечеринок. Знаете, сюда бухло наливают и ходят. Пепси-колу пьют. Такие недорого выходят. Если покупать большую упаковку, недорого. В отделе одноразовой посуды. Берем такие стаканчики, берем дрель. Я видел, там чуваки, знаете, мне показывали там в YouTube. Берут гвоздь, нагревают и дырочки ковыряют. Сейчас. Берем дрель. И сверлим стаканчики. У нас получается стаканчики с отверстиями. Есть у меня стаканчики без отверстий. Беру целый стаканчик. Еще у нас продаются вот такие шарики. Я не знаю, у вас продаются, нет? Можно, наверное, камушки использовать. Просто эти чистые, их не надо. Камушки, наверное, надо мыть. У меня нету камушков, где набрать. У меня там сугробы на улице. А шарики есть. Чего я их использую? Потому что они у меня есть. Беру шарик, кладу сюда. Беру стакан с дырочкой, с отверстием. Ставлю сюда. Потом насыпаю сюда землю, сажаю зернышко, поливаю. И лишняя вода вытекает. Здесь остается. И не загнивает, и удобно. А, и вот здесь я потом подписываю, что именно я посадил. Это очень важно. Причем важно сначала подписать, потом садить. Иначе можете забыть, и потом не то у вас вырастет. Сейчас я покажу, у меня уже готовый есть, видите? Это у меня томат. Томат называется номер 2. Не забудьте где-то записать, что такое номер 2. Потому что был неописуемый случай, один знакомый огородник. У него сейчас так и растет. 1, 2, 3, потому что на бумажке написал, бумажку куда-то положил. Я это все написал в телефоне, сделал принтскрин. Один документ положил в один клауд, другой документ в третий. И жене отправил еще картинку, чтобы никто не забыл, где что. Ну, под каким номером что растет. Вот это у нас номер 2. Если вы смотрели мое видео про семена, помните, мне на халяву прислали красивые такие помидорки в желтой форме груши. Вот это он. Видите, растет уже. Это я их сейчас попшикал с пульверизатора. И, не знаю, я по одной сажаю семечки. Знаете, есть люди сажают, потом выдергивают. Мне жалко. Я посадил одну, и пусть растет. Ну, вернее, как, я сначала их положил проращивать чуть-чуть. Потом, когда они прорастают, я уже беру, сажаю тот, что проросло. И его растает. В принципе, наверное, все, что я вам хотел показать, просто как использовать такие стаканчики, и удобно это потом можно повторять, да, тоже по второму разу можно использовать, то есть зеленые к нам не должны иметь никаких отношений, опять же, видите, вот здесь знак, что он подлежит переработке, то есть все хорошо, главное не засорять окружающую среду, вот, и так как я живу в холодном климате, у меня должны не 8 недель, 10 недель просидеть перед тем, как я в грунт я в июне буду сажать. У нас последние заморозки там в конце мая. Вот, ну, в принципе, все. Спасибо, что посмотрели.